Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента Республики Абхазия, которые состоятся 21 июля 2019 года, был принят Центральной избирательной комиссией Республики в соответствии с действующим законодательством. По словам председателя Центра избиркома Абхазии Тамаза Гогия, учитывая предыдущий опыт, были внесены изменения и поправки в соответствующие инструкции по проведению выборов президента Республики Абхазия. После проведения соответствующего анализа выявлялись определенные недоработки, недостатки тех же комиссий, как вышестоящих, так и нижестоящих. И в соответствии с чем нами разработаны дополнения, изменения в те инструкции, уже действующие, а в некоторых случаях абсолютно новые. Огромное количество нормативно-правовой базы, которая будет рассматриваться Центральной избирательной комиссией и утверждаться, и после чего только мы сможем говорить о том, что существуют какие-то новые документы, нововведения в области нормирования, норматирования наших выборов проведения. Согласно календарному плану основных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента Республики Абхазия, регистрация инициативных групп и партий начнется 22 мая. Последним днем регистрации станет 11 июня. Согласно закону о выборах президента, регистрация кандидатов в президенты Республики Абхазия начнется в течение 10 дней с момента подачи документов, но не позднее 30 дней до выборов, то есть до 21 июня 2019 года. Прием документов на регистрацию. Инициативных групп и политических партий, прием документов заканчивается за 40 дней до дня голосования. Опять же, в данном календарном дне мы определили дату, когда это будет, за 40 дней. Но сама регистрация кандидатов за 30 дней до дня голосования. Вопрос возникает у многих, а почему такая разница, как так получается? За 2 месяца начало приема, за 40 дней окончание, а за 30 дней, 10 дней, то есть за 40 дней в последний момент для тех кандидатов, которых документы поступили в последний день, для изучения и рассмотрения данных материалов ЦИКу дается 10 дней. Подведение итогов и подписание протокола об итогах выборов президента Республики Абхазия пройдет в течение 3 дней после выборов. Итоги выборов будут опубликованы в течение 3 дней с момента подписания протокола об итогах выборов президента Республики Абхазия. Второй тур выборов в случае необходимости состоится не позднее 14 дней после первого.